Подводим итоги матча Мэтт Росконгресс. На последней минуте Мэтт вырвал победу со счетом 2-1. Александр Смирнов, Никита Абаджи. Саш, очень какой-то ты эмоционально сюда пришел, заряженный. Есть что сказать, я думаю, да? По поводу игры и вообще. Да, что говорить по этому поводу, я просто не понимаю. Люди приезжают, из 16 человек, 10 трупов. Зачем вообще приезжать на эти игры? Это просто, блядь... Я все в кругу уже сказал, и люди посмотрят это, не знаю, может, для себя еще что-то, блядь, уяснят. Я просто не понимаю, зачем приезжать, играть в футбол, когда ты не можешь или не хочешь. Я не знаю, что у тебя там с ногами, с головой. Это просто... Человек, блядь, просто проходит 5 раз в центр, дает передачу, блядь, просто на, блядь, на двоих игроков. Они жопой забивают нам гол в ворота. Что первый гол, что второй, два одинаковых гола, блядь. Это не футбол. В такой игре, когда нам нужны эти очки максимально, даже одно очко нам оно нужно, нужно три вообще их быть, а мы получаем ноль. Ну вот ты говоришь по действиям в обороне, но в атаке в целом получалось неплохо, Кищук там подтаскивал очень здорово. Так а сколько у нас было моментов в атаке? В первом тайме было пару моментов, когда нам тоже штрафной быть не могли забить гол, в упор били. Во втором тайме 2-3 момента, я не знаю, там какие моменты создавались, центра поля просто не было сегодня. Что-то впереди там какая-то, не знаю, там возня получалась, но центр полностью проигран. Никит, поздравляю с победой. Ну, какие эмоции по игре? Вот слышал ты сейчас своего оппонента. Есть что добавить по игре своей команды? Ну, что добавить? Это такой не совсем вопрос, что добавить. Соперник опирается больше, да, на свою кухню, на свои внутренние проблемы, поэтому я, ну, не буду это... Да, про Мэтт. С другой стороны, про Мэтт. Ну, наверное, дополню вот соперника про центр поля, можно сказать, что, наверное, лучший, один из лучших игроков матча сегодня – это Даня Пустовой, да, его возвращение после долгой паузы, действительно, и в отборе, все подборы практически, мне кажется, и Белый рядом с ним как-то тоже воодушевился, ну, Никита, в принципе, и так нормально играл до этого игры, но как-то вместе с Даней, короче, я считаю, что возвращение Дани сегодня, конечно, сыграло ключевую роль, и он и голевой пас отдал, и гол забил, ну, объективно лучший игрок матча, и даже не столько именно его голевые действия, сколько вообще в целом его возвращение, мне кажется, нас немножко воодушевило, мы с ним были на эмоциональном подъеме, потому что перед игрой, потому что давно не могли собрать, да, вот такую нашу старую банду, а здесь, можно сказать, весь наш состав с премьер-лиги приехал, кроме там, да, вот усиления Артура, Сереги Кищука, но они уже с нами полноценные, поэтому выходили настраиваться, вот побиться сами за себя, так оно и получилось, проблемы только с реализацией, наверное, были у нас сегодня, ну, и я там в том числе, да, еще ребята, а так, наверное, мы были ближе к победе, мне так кажется. Ну вот ты начал уже об этом говорить. Неделю назад ты сказал, что очень тяжело было по эмоционально. Сегодня все-таки чуть полегче, да? То есть видно было, что и команда чуть более эмоционально играла. То есть были эти самые эмоции, которых не хватало. Ну, конечно, жизнь продолжается, чего каждые выходные сейчас плакать из-за того, что происходит. Тем более все в равных условиях. Жизнь для всех продолжается, да? Ну, двигаемся дальше. От игры к игре надо... Надо, да, надо забывать, что бы то ни было, приходить сюда, мы приходим сюда, чтобы как раз-таки откинуть эти все проблемы, да, я думаю, не только мы, а все, ну, футбол, он же для чего, да, создан, для радости вообще, да, он же доставляет нам удовольствие, мы же, нам же не деньги платят, да, здесь за то, что мы сюда приходим, а мы наоборот приходим сюда, чтобы увидеть друг друга, порадоваться и как-то взбодрить друг друга, не знаю, скинуть то, что было, и просто в прошлые выходные это было еще невозможно сделать, а сегодня, мне кажется, это действительно получилось, я, честно, очень доволен игрой команды. Я очень недоволен своей игрой, но он очень доволен игрой коллектива. Мне приятно находиться в этой команде. Я очень рад, что все вернулись на поле и вообще видеть пацанов побеждать. Так, это здорово. Ну, я думаю, ты ждал этот вопрос. Первый тайм, начало игры, 4-я минута. Тебе Белов отдает мяч. Эта передача, ты в 4 метрах от ворот, бьешь, не пойми куда. Никит, что было? Что произошло? Ну, не пойми куда, я просто в ворот не попал, да? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Не знаю, я не попадать с 3 метров, я уже не знаю, какой-то момент нужен. Ну, я и ребятам скажу. Ну, просто я не знаю, что делать, акцент на мне. Я не забил 100% момент. Я плохо в целом, да, сейчас играю. Но я рад, что команда побеждает. Спасибо ребятам, что не дают как-то акцент сделать на мне. Саш, последний вопрос. Вот долго пытались отыграться, отыгрались. Не было мысли потом чуть-чуть как-то понадежнее сыграть в оборонке, в плане отойти и не лететь в пресс, потому что по факту после прессинга получили быструю атаку? Нет, нам нужны очки, поэтому у нас не было задачи там сохранять что-то, сохранять ничью или все. Нам нужно было только 3 очка и все.
И турнирная таблица, по-моему, все указывает на это, поэтому нет вариантов все равно. Спасибо.